единственная собака, которая будет победителем нашей выставки «Харьков 2012». Итак, экспертиза «Бестушу» осуществляет эксперт Станислав Поливанов в России. Поздравляем нашего второго эксперта с этим почетным и нелегким. Мне нравится этот мужчина. Он должен нас выбрать. Итак, участники «Бестушу»
Сумбиня Кабиша. Сумбиня Кабиша очень хорошо. Возможно, даже лучше. Победила всех и вся сегодня, и заслуженно победила, и по мнению